На прогулку в детский сад. Отправляясь в очередной раз в детский парк, малыши знали, что их ждут не просто игры на открытом воздухе, но и настоящие соревнования. На празднике для самых маленьких в обновленном детском парке побывала и наша съемочная группа. Представляют команду воспитатели. Отстаивать же честь дошкольных учреждений на самих соревнованиях выпало на долю самых юных воспитанников детских садов. Всего за призы и медали игр «Спорт и я, верные друзья» соревновались три детских сада Фрунзенского района. В роли болельщиков выступили родители юных спортсменов. Такие праздники, конечно, это очень здорово, потому что с утра на целый день заряд бодрости. И не только дети радуются, но мы сами смотрим на них, тянемся за ними. Тоже хочется попрыгать, побегать, чем-нибудь заняться в свободное от работы время. Не остались без внимания организаторов и зрителей спортивного праздника. Для самых маленьких здесь были подготовлены отдельные конкурсы. Побежали, 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 побежали. Если весело живется, мой друг, улыбнемся. Если весело живется, делай так. Я первый раз сюда пришел. Как тебе понравилось в этом парке? Да. А что именно понравилось? Как танцевать понравилось. Юные спортсмены также отметили и новый вид детского парка. В любимом месте отдыха горожан установлены скамейки, на дорожках уложен новый асфальт, а рядом со старыми деревьями высажено 2000 саженцев лип. Сейчас детский парк стал намного лучше, его больше посадили деревьев, я заметила. Раньше здесь этого не было. Поставили волейбольную площадку, когда можно прийти с друзьями поиграть, новые лавочки. В общем, сделали более его красивее. Сергей Пономарев, Алексей Новиков, Алла Харунова, «Вести», Саратов.